где мой подарок? Что происходит, а? Не балуйся ключами, сейчас улетят куда-нибудь в гроб, потом не найдем. Да. Не могу. А я говорил, Я тебе говорю, с ключами не балуются. Вот куда ты их задевала теперь? Так они закапываются. А вообще вот тут люк есть, они могли и в люк улететь. Пипец, блин. Какой люк? Вот, с дыркой люк. А запасных что, нету? Запасные дома! Давайте все вместе! Зачем запасные, если их не таскать с собой? В принципе, логично. Человек-паук, ты ищешь ключи или ты играешь? О, давайте быстрее! Я уже пальцев не чувствую! 5 часов спустя. Пошел! Пошел! Вы что, уже не хотите домой? Только бы снег за шиворот не попал. Ты реально за шиворот кинул, папа! Run. Милан, да подожди, ну ладно, сейчас зайдем дома чай попьем. Ну что ты горячий? Некоторое время спустя. Я не знаю, просто играли. В общем, я случайно в нее попал снежком. Нечаянно вот вправо. И вдруг из-за этого такой псих. Казалось бы, что такого? Я тебе сейчас покажу, что такое. Я не знаю. Я тоже, пап, не знаю, если честно, что такого. Я совсем не расстроилась. А тебе приятного аппетита. Милана! Новый год! Подарочки! Новый год, Новый год, в гости к нам идут. Не понял. Мам, а где мой подарок? Дань, так ты себя плохо вел в этом году, поэтому Дед Мороз тебе подарок и не принес. Нет! Фух, это сон. Ну вот и наступает твой любимый праздник. Да, отпразднуем от души. Ты в порядке? Да, все нормально. И угораздило же тебя заболеть в самый Новый год. Мам, ты идешь? Иду я, иду, Дань. Ну ладно, я пойду праздновать. У тебя точно все нормально? Ты не хочешь к нам присоединиться? Все в порядке. У меня гирлянда есть, Дед Мороз есть, елка есть. Ребят, вы целый день вот так вот сидите. На улице такая погода прекрасная. Может, погуляете? Нет. Ну, там же так весело. Можно кататься на санках, на ледянках, на коньках. С горок, в конце концов. Ну, вы что? Идите, подышите. Мам, это все скучно. Угу. О,
Привет, ребят. Привет. Что делаете? Вот так целый день и просидели. И что, даже не выходили гулять на улицу, что ли? Им там, видите ли, скучно, нечем заняться. Ребят, вы что, как на улице может быть скучно? Давайте, одевайтесь, у меня есть очень крутая идея, пойдемте. Давай, тщательно, чтобы ни одной снежинки не было. Я же говорил, будет весело. Сугробы вот туда перекидывай все. Мы кушаем. Оливьешечка! Милана, оливье на Новый год. Ну ладно, бутер с икрой сделаю. Милана, икра тоже на Новый год. Тогда... О, тогда ананасик. И ананас на Новый год. Вкуснятина. Хотя бы чай с конфеткой попью. Милана. Это тоже на Новый год? В нашем доме есть хоть что-то, что не на Новый год? Картошка с капустой кислой. Ну, еще есть какой-то непонятный салат. Я к Маше до Нового года. Поживу, пожалуй, там. Ты куда так вырядилась? А мы с девчонками договорились прогуляться. В таком виде? Ты на улицу смотрела вообще? Нет. Там погода какая? По мне стреляли, и я упал в лужу. Ой, что-то душно так. Надо окошко открыть, проветрить немножко. Вероник, подойди, пожалуйста, на минутку. Называется проветрила немножечко. Алло, ну ты где? Я стою на улице, дом номер... Нет, только не выключайся! Алло, ну где ты, говорю? Алло, я... Ну нет! Абонент временно недоступен. Что происходит, а? Не дозвонишься.